Всем привет! Меня зовут Анна Дегтярева, рядом со мной стоит Евгения Морозова, и мы небольшой туристический проект, который называется Алматы Тур Студио. Мы находимся в районе Большая Станица, и даже не все коренные алматинцы знают, что это за район. А тем не менее, это один из старейших районов нашего города, и даже можно смело сказать, что это самый старый район современного города Алматы. Именно с этого района и начался наш большой любимый город. В 1854 году на перекрестке двух больших дорог, потом их назвали Кульджинский и Ташкентский тракт, была поставлена крепость. Именно от этой крепости и началось строительство вот этой большой станицы. Многие дома здесь датируются 1886-87 годами. К примеру, владельцы кафе, которое находится в этом старом здании, когда разбирали помещение, они обнаружили документы, которые говорят о том, что здание построено было в 1886 году. А это значит, что оно выстояло и землетрясение 1887 года, и землетрясение 1910 года. Несмотря на то, что Большая Станица была одним из первых районов города, в состав города она вошла только в 1927 году, а до этого у нее был особый статус, и в составе города она не была. Есть интересная городская легенда, которая связана с алматинским селем 1921 года и вот такими вот маленькими окошечками. Алматинцы считают, что селевые потоки, которые спускались вниз с гор, они немножечко подтопили наши дома, и из-за этого окошки выглядят таким образом. Конечно же, это неправда, потому что такой подобный утопленный этаж, он обеспечивает сохранность тепла зимой, и наоборот, летом там очень свежо и хорошо. То есть это особенности архитектуры. Но людям интересно знать. Вот это вот здание, у которого мы стоим, является, без сомнения, шедевром городской архитектуры. Построено оно в начале 20 века и когда-то принадлежало атаману. Вот. Есть информация о том, что в 1937 году в этом доме квартировал Селезнев, тот самый, который основал балет в нашем городе. Сейчас у этого здания несколько хозяев, и это видно по облику дома, к сожалению. Часть ставен синие, часть зеленые, некоторые окна заменены на пластик. Но здание по-прежнему прекрасно, и все, кто его видит, восхищаются им. А сейчас мы с вами посмотрим старые деревянные ворота 1900 года. Пойдем. И еще когда-то здесь ходил первый городской трамвай, и до сих пор сохранились шпалы. Сейчас мы вам их покажем. А еще вот здесь за поворотом нас ждет очень интересный объект. Это фонарный столб, который сделан из обрезков шпал 1914 года. Большая Станица – уникальный район, и прогулка по нему может занять больше 2 часов. А если вы хотите узнать больше о своем собственном городе, приходите к нам на экскурсию, мы вам покажем и расскажем все, что знаем сами, и поделимся главными секретами нашего города. Увидимся на турах Алматы Тур Студио. Пока!